ты делать собрался? Рисовать. Рисовать. Пойдем. Еле нашли кисточки. С этим ремонтом ничего не найдешь, да, Дим? Так. Какая вот ракета получилась. Пока рисовал, у меня проявилась идея. Можно вот так ребенку рисовать все вместе с вами, а потом вы будете смотреть, как ребенок раскрашивает. Если, кстати, вам интересно, ставьте лайк и пишите комментарии. А я буду стирать, вот так я буду. Да, ты будешь сейчас рисовать. А улица туда. Кто убежит? Кисточки убежат. И ты их крепко держишь? Да. Интересно. А, есть вода? Есть. Какую кисточку ты будешь рисовать? А вот этой. Это ты? Давай, пока возьму сюда. Смотрите, какая у Димы ракета. Ставьте лайки, пишите комментарии, нравится вам или нет. Ай-ай-ай, все, все, нарисовал. Нарисовал, Дима, все. Так, давай рассказывай, что говоришь такое вот это вот? Тут вот пингвин. Пингвин, представляете? Пингвин. Вся черная тут чуть-чуть, желтенькая, да, зелененькая, тут вот красная. А это что такое, Дим? Это... палочки. Палочки? Это от нее дымок идет, да? Она летит, да. Взлетает, да? От нее дымок идет, как от самолета, помнишь? В небе. Помнишь? Помню. Вот тоже так же, да? Да. О, какая красивая ракета у Димы получилась. Смотрите, как классно он ее раскрасил. Да? Да. Малыш. А он уже сосох. Уже подсыхает. Мы ее будем с тобой вешать? Будем. Повесим ее, да, на стену? Да. Ее повесим в файл. У нас раньше висели, вот здесь буковки висели, там тоже. Но мы на обои я не хочу. Как-нибудь что-нибудь надо придумать такое. Вот тут повесим, вот тут. Тут? Тут. Надо что-то придумать такое. Пишите в комментариях, что можно придумать. И тут, и тут, и тут. Как можно повесить, не попортив обои. И тут, и тут, и тут, и тут, и тут будет повесим. Это моя линейка. Да, линейка. Покажи линейку свою. Ну-ка, покажи. Когда полы вскрывали, дай мне ее. Дай на секунду. Да. Когда вскрывали полы, нашли вот такую вот допотопную металлическую линейку. Кстати, для маленького ребенка это очень классная. Так что подожди-ка, подожди. Вот тут, по-моему, это такая цена я есть. А я вот такая была маленькая. Ученическая. А, называется, да, вот ученическая цена 13 копеек. Вот она. 13 копеек. Кто-то заложил линейку в пол. Мы линолеум открыли, а там линейка. Да? И, кстати, очень классно то, что она не ломается, потому что у Димы была предыдущая линейка пластмассовая, и она сломалась пополам у него. Долго плакал. А это вот хорошо, она как палка может использоваться, и как линейка. Металлическая, с ней ничего не будет. Как раз, когда мы начинали вскрывать пол, я еще подумала, может быть, ничего-нибудь найдем интересное все-таки. Что-нибудь такое, металлическую линейку, думаю, или что-нибудь такое. Тут он раз вскрывает, и я вижу ее, думаю, блин, класс. Пляка. Да. Да. Линейка. Все, порисовал ты? Вот такая у нас картина получилась. А я хотела сад запустить, да? Линейку, как сюда, под пол.